Ну что мы такие грустные? И что мы плачем? Малыш мой, ну что? Ой, мой сладкий такой. Ты долго валяться будешь, Стася? Уже вставать пора. А? Что на папку смотришь? Ксюша что-то ставилась. Ну давай, ну вставай. Ну пойдем. Пойдем. Отдыхай там, да, я пошла умываться. Вчера было объявление, что вчера не будет воды и света. Света не было, вода была. Сегодня, когда все запасы воды исчерпала, воду отключили. Бессовестно вообще. Бутерброд отвалится. Иди сюда. Ну иди сюда. Давай. Ну иди сюда. Ну, будь на попу смотреть, на вот эту рыжу. Без пушу. Это, если что, обшивка. Только ты писал, что, господи, какой у нас страшный лифт. На самом деле нет, это просто специально обшили, чтобы при переезде никто не поцарапал новый лифт. Стой. Саша, там земляника была, земляничка. Тафи, ты муху ловить-то будешь? Он так внимательно смотрел на мусорку, там муха летала. Ай, Тафи.
Ну что такое? У нас опять нету света. Уже минут 20, наверное. А вдруг опять, как в прошлый раз, на 12 часов отключат? Тафи, ну что такое? У нас столько дел было важных, запланировано. Короче, сижу себе, монтирую видео. Время еще только, даже 6 нету. Пришел Сарделькин, начал мне тут концерт устраивать. Ты что, хочешь? Софи, еще рано. Ну, серьезно. Иди ко мне, иди сюда. Ну? Сосиска, что с тобой? Еще же рано. Еще хотя бы, не знаю, полчасика. Мы ходим с ним, ну, в районе 8-9. С утра, конечно, очень быстренько мы с ним погуляли. Может, надо было бежать рано. Но он все дела сделал, что-то лапу не хочет. Ну, давай лапу. Дай лапку свою красивую. Вот так вот. Ну, такой вот. Тафуль, давай еще 20 минут и пойдем. Что? Все переклин? У собаки переклин. Эй, хвостиком виляет. Все, короче, мы дождались до 6:30 и вот сейчас выходим гулять. У нас очень холодно, у нас еще дождь идет, ну, морость такая небольшая. Я теплую куртку, еще недавно я ходила, загорала. Все, Тафи, пойдем, хватит, да, разговаривать, согласна. Многие просили, чтобы, типа, я поснимала Тафи, как мы с ним гуляем, но особо снимать там нечего. Ну, в общем, когда мы с Сашей пойдем вместе гулять, он нас поснимает, хорошо? У нас эти просто бесконечные. Уже просто сил нет, если честно. Так, где пакетики-то? Один есть. Не понял, а почему в коридоре света нет? Чё-то я не понял. А лифт работает? Так. Чё-то я не понял. Я уже устала сегодня по лестнице спускаться, подниматься. Ещё с самокатом. Тафи, стой. О, не понял. Вот, слава, господи, невидимо. О, боже, они просто выключили освещение, экономят, наверное. Все, Тафи, лифт работает. Ура! Тафи. Что такое? Что за почесун? Ну что, я собралась сейчас встретиться с подружкой. Я поздравлю ее с днем рождения. Так что я сейчас пойду за подарком и поеду в центр. Тафулька, а ты себя видишь хорошо? Так, надеюсь, я не замерзну в этой обуви. Все, пока. Пока, солнышко. Да, кстати, маникюрчик я сделала такой какой-то красно-оранжевый. Ну, в общем, нормально. Мы снова едем на пляж. Там залез. Давай, можно. Прыгай. Можно.
Пока.